Неделя остается до Нового года. Какие развлечения ждут чебоксарцев и гостей столицы в новогодние праздники? Об этом далее. Большая часть мероприятий стартует 30 декабря. Красная площадь, Московская набережная, парк имени Николаева, Амазония, Лакреевский лес. Основные места проведения. С 29 декабря на Красной площади откроют свои двери резиденция Деда Мороза. Здесь же на катке работают инструкторы по катанию. Смонтирована ледяная горка. Во все праздничные дни здесь пройдут представления и концерты. Афиша основных новогодних мероприятий на Красной площади у всех раздана. Кроме этого, мы ее до сегодняшнего дня доводим до всех социальных учреждений города и также через управляющую компанию распространяем в районах города. В торговых центрах также она будет присутствовать. Разнообразно отдохнуть можно будет и на остальных площадках. Покататься на лыжах, снегоходах, санках или кайте. Выбор велик. Весело провести время можно и во дворе. Работают хоккейные коробки, пришкольные катки и поля для зимнего футбола. 30 декабря состоится традиционное новогоднее всенашествие, в котором примут участие сказочные персонажи. Хорошей традицией стало у горожан слушать новогодний бой курантов на Красной площади. В 23 часа начнется праздничная программа, в полночь новогоднее обращение президента на большом экране, в час ночи салют. Программа обширная. Главная задача столичных властей – обеспечить безопасность горожан. Мы неоднократно уже проводили комиссии по обеспечению безопасности и антитеррористическую комиссию. В принципе, ответственность закрепили за каждым лицом должностным. Поэтому сейчас только могу сказать, каждый должен исполнить то, что обязан сделать для того, чтобы сохранить праздничную атмосферу и провести мероприятие на качественном уровне. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резяков. Республика.